Ребята, фонограмма вообще включена? Все нормально, фонограмма будет. У нас играет, у вас нет. Нормально. Спасибо! Так, это была команда, но... Веселье закружить на карусели, и красота как болели, здесь море. А песчаники, кимоты, чистые болты, как шалоты, веселятся, чистоты, жизнь скоро. Еще что-нибудь отпразднуем? Или календарь закончился? День ВДВ! День Парижской коммуны! День строителя! Кванза! Ханука! Рамадан! Когда я пришел в наши джунгли, я был большим-пребольшим и сильным-пресильным гризли. А ты была маленьким-маленьким, пушистым-пушистым медвежоночком. Ой! И вот этот медвежоночек рос-рос. И выросла! Что выросла? Что выросла, то выросла! Дорогая, а ты когда была маленькая? Ты была маленькая? Багира, Багира, прекрасно выглядишь, подруга! О, да! Мне подарили незабываемую ночь любви. Да? А кто? Акела или Шерхан? Ну, конечно же, Шерхан. А? Как он не оригинален. Всем дарит одно и то же. Что? Акела промахнулся. Джунгли, я вернулся. Это же Маугли! 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 Дориме, интервино, адамаре, дориме. Мне друг. Амено, сланцире. У меня нету ног. Подойдите поближе, бандерлоги. Поднимите мне веки. Как ты вырос! Как ты возмужал, Маугли! Ты хоть хорошо кушал в этих своих каменных джунглях, лягушонок? Маугли, а где твой огненный цветок? Прости меня, свободный народ джунглей. Я променял огненный цветок на огненную воду. Багира, ты помнишь ту ночь, которую ты провела со стаей волков? О, да, Маугли. Так вот, огненная вода — это еще круче. Огненной воды, Маугли. Нет.
Но джунгли я принес вам. Приятнейшее известие. Люди просили передать, что в Красной книге осталось всего одно свободное место. Это великая лотерея джунглей, выиграть ее может только один из вас. Экстренное сообщение! Маугли, позор джунглей! Маугли, позор джунглей! Все на скалу советов! Все на скалу советов! Звери в шоке! Джунгли содрогнулись! Джунгли! Джа! По закону джунглей. Пасть порву, рога пообломаю, буду мочить в сортире. Что нам делать, Шерхан? Что делать? А что хотите, то и делайте. Лично у меня уже есть приглашение от директора лондонского зоопарка. А мы уйдем на север! Хоть падай, нет больше ни лада, и это навсегда. Друг друга мы любили, законом джунглей жили по уму. Но где-то там мы решили, что мы врагами были, и книгу приоткрыли кому-то одному. За что, о боже мой? Господа, вы звери! Пропустили тебя! Дайте сказать! Балу, ты скажи! Я возмущен! Я в гневе! Так не пойдет! Это несправедливо! Я буду жаловаться в общество защиты животных от человека! Предлагаю компромисс, свободная стая. Вы записываете нас с Балу в Красную книгу, а мы там, вдали от родных джунглей, будем защищать ваши права до последней капли меда. Сердце на белом свете, домики у ручья, Дыни-дыни-дыни, дружная семья. Мышка вам каждый скажет, все по уму решал, все, что жена прикажет, сразу исполнял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хватит! Я не согласны мы! Не согласны мы!
красной книге. Не любят джунгли нас, прикиры бандерлога. Мы мастера проказ, мы шкодим понемногу. Трудно, как Бога. Мы с бандерлога. Людям и характерно, а веселых обезьян. Беру слово. Мы волчья стая, мы злые волки. Мы серый клан, серый клан, серый клан, клан, клан. Про нас тут ходят кривые толки. В них правды нету ни на грамм. Для нас свобода важней добычи. Мы серый клан, серый клан, серый клан, клан, клан. Мы грозно воем в бойцовском кличе. Мы вам пока не по зубам. Люди забыли, что мы хищники. Они перестали нас бояться. Мы принимаем бой. Рыбы, морские звезды, обитающие в воде. Никогда такого не было. И вот опять! Отче наш! И жизнь на небеси. Боруха тадане белокейно. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Бросьте жертву посела. Кейте мученицу его. Сестра, задим его имя. Милый дедушка Константин Макарич, забери меня отсюда! Пожалуйста! Кавалерийской походкой ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана. Он вернулся! Это он! Я всегда знала, что он существует! Доктор Айболит! Доктор Айболит! Добрый доктор Айболит! А чё, 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 чё? Что? Что? Маугли, Маугли, переведи! Я, доктор, принес вам заметку про вашего мальчика. Тук! Тук! Кто там? Ачуса, су-су! Как гласит восточная мудрость... Вау! 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 Вот! Глубоко! Как же хорошо вы говорите! Да как у вас только язык поворачивается! Так хорошо говорить! Смотрите, смотрите, у него две красные книги! Две красные книги! А что сам все ушел? Зверь, он говорит, что нам больше не нужна красная книга. Как же так? Эта штука будет посильнее, чем Фауст Гёте! Асу, асап, асу! Он говорит, что пришел, чтобы вывести нас из джунглей. Можно вывести Маугли из джунглей, но не вывести джунгли из Маугли. Мы пойдем в страну счастливых, прирученных зверей. Она называется...
красной книге места нет. Let my people go. Мы на скале ведем совет. Let my people go, человек. Послушай, слушай, слушай. Мы одна семья нашей жизни. Это не игра. Взгляни вокруг, наш мир богат. Let my people go. Здесь всем нам хватит места, брат. So let my people go, человек, послушай, слушай. Мы одна семья, одной крови, ты и я.